В районах республики также отмечается высокая активность граждан. На своих избирательных участках уже проголосовали руководитель Целинова района Эрния Пиев, глава Чернеземельского района Виталий Крылов и глава Кичнеровского РМО Санал Годжуров. Добрый день, дорогие земляки. Призываю всех прийти на выборы и сделать свой выбор. Я уже сделал. А вы? Сегодня стартовали дни голосования. Это очень важно для нашей страны, для вашего удобства. Дни голосования. Целых 3 дня я пришел и сделал свой выбор. А вы готовы сделать свой выбор?